Друзья, сегодня мы приготовим настоечку самогонка на можжевельнике. Что нам для этого понадобится, друзья? Берем ягоды можжевельника. Вот так они выглядят. Они продаются или в аптеке, или в специализированном магазине. Берем на литр самогоночки, берем 30 ягодок. Я их, друзья, чуть-чуть помял немножко. 30 ягодок вполне достаточно. И на начальном этапе мы берем цедру с одного лимона. И тоже помещаем в нашу баночку. Рецепт очень простой. Так, один цедра одного лимона, 30 ягодок можжевельника. Что мы, друзья, делаем дальше? Мы закрываем нашу баночку. Как обычно, взбалтываем, но не смешиваем. И убираем на 10 дней в темное место. Через 10 дней встретимся, посмотрим, что у нас получилось, дорогие мои. Вот и 2 недели пролетело. Наша можжевеловая настоечка настоялась и приобрела вот такой вот цвет. Сейчас, что мы делаем дальше? Сейчас я ее по-быстренькому буду процеживать, и мы попробуем, что у нас получилось. Будем смотреть. Я перелил нашу можжевеловую настоечку, и сейчас мы продегустируем, что же у нас получилось. Открываем. Наливаем. И пробуем нашу красоту. Ребята, на вкус такая суровая. Я не добавлял сахара, потому что я не очень люблю эту настойку с сахаром. Но по вкусу можно добавить немножко. Она немножко так придаст мягкость этой настойке. А так советую.